10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Старт из финала фигурного слона. Остается тройка лидеров за ними Саратов и Клименко. Карас, блядь, ну нахера меня выбивать, ёбаный карас. Вначале Монахов не попадал. А быстрее! Сейчас Безухов перед первой на белорозовой модели. За ним попадал красный. Твою мать! Что творите, ну плохо! И он едет в третьем за ним. Падает на одной красно-зеленой модели. Перевернулись на засечке, Карасевич и Трубулин. Только пошел в Кизельевский. И первый Безумов, второй Монахов, вот ход и мели классы, и Саратов третий Монахов отличается четвертым. Константин Игорь на дальней позиции перевернулся, Безумов, мели классы. Что это было, Дима, ты что, идиот? Дима, ты что, идиот? Сергеевский, там, Деви, ну, вот так, у нас.
Каратур первый вторую позицию. Его атакует Безуба Сергея. Кеса пропускает за вторую позицию. Ефимов за Кеса. Маратов Андрей Белозарская модель приездов заезжает на стену. За ним по трассе идет Клименко Егор. Он на своей позиции. Мельник вроде бы как возвращается в гонку, но уже без успеха. Он на Клименко, ему мало что впереди разъедете, хотя он шел в первой в начале гонки. А сейчас мы наблюдаем, как Безуглов на такую сторону проходит там внутреннего братьевского. Быстрее, я идиот! А, У Манакова отличное преимущество, она же сикой гонит со стороны, и без зуба на прямике. После шестой минуты расходим. Номер 4, 1, 6, 3, 4, 8, 8, и все-таки отходит более-менее чисто, сразу спускается на какую-то позицию. Федоренко четвертый, переворачивается Федоренко, Шинкаренко поднимается на четвертую позицию, Федоренко остается пятый. 30 секунд остается. А как далеко Шинкаренко от Федоренко? Как русский рисунок. Нет. Далеко, далеко. А, разный с другими, у Федоренко Шинкаренко. Итак, Монако, Андрей, Так мы остановились или пилот.